Зайшли в Теско. Зараз смотримо в відділі одежди, посмотрим, що в нас є по одежді. Що треба вибрати, купити, приготуватися к зимі. А що я в першу чергу замітив, це, звісно, це те, що можна купити для Еми. Які ціни в нас по 79 пол злотих. В гривнях не кажеться, ну не пишеться. В деяких із гривнях пишеться, то ну даже інтересніше, коли в гривнях. Так, курточки, Емі курточки, це вже більші йдуть якісь курточки. Детський відділочок такий. Ото, що мені подобається, от этот варіант, самый класний варіантик. 50 злотих. Или даже такие пальтишки, но красный цвет мне что-то не очень нравится. Пока я, короче, сам выбираю то, что нравится для Эми. Не буду ей что-то покупать. Не будем ей покупать какие-то такие вещи, которые мне не очень нравятся. То 79 можно купить. Такая тоже классная курточка. Юля что-то там нашла, что-то видевшееся. Комбинезоны смотришь, что по чьей страничке? Просто. Какой классный комбинезон. Что, сколько стоит? 80 злотых. 80? Mm-hmm. И что, можно ее купить? Можно. Чи дуже маленький, чи нормальный? Не, нормальный. Размер подойдет? Да. Ну, можно подумать, если что там... А эти медвежонки какие, штаны, комбинезоны? Ну такой не теплый, понял, он так сейчас носить. Ага, понятно. Но он тоже дорогой, 80 злотых за него. Ну тут... стандартная цена как бы на комбинезоны. Курточки мы и не будем брать, да? Нет. Еще такие, есть такие кофточки еще. На мальчика тоже можно что-то посмотреть. Цены примерно, если взять по товару, можно посмотреть на ценник по 19 поланд злотых. Тут хорошее сделали в Теско, достаточно хороший большой отдел сделали. Детского, взрослого, продукты питания здесь проблематично уже. Был такие, что вот там был... За той стороной было еще за ширмой еще очень большой отдел. Ну, вернее всего, Теско четвертовали и десь большую половину уже как бы закрыли. Не знаю, чего как-то, наверное, аренду не смогли платить или что. Короче, то жаль, конечно. Я тоже хочу деяку курточку себе найти. Ну, варіантів таких я щось не бачу здесь. Ось нема тих варіантів, яких я б хотів би. Оце що-то я знайшов, но как бы он не очень подходящий варіант. Вообще-то, как бы не очень. Ось знайшли какие-то курточки. Еще. Но такие вид на них не очень, да? Чего, нормальные, теплые. И какую могла посоветовать? Беленый. Это... Ну, по расцветке я бы, наверное, взял бы або вот этот синий вариант куртки, або вот этот серый. По расцветке, то есть уже... Кстати, тут и куртки не нравятся. Але по расцветке мне самое больше, бо я не хотел бы ту кровь, не подходит тот вариант по расцветке. По сколько они? 80 злотых. 80 злотых. Эмке что-то не нравится, она капризничает у нас. Да, Эмма, капризничаешь? Что тебе не нравится? Расскажи. Перейшли уже на отдел овощей. Маленько.
яблука 37% знижка, 37% знижка вже. Тут нажимка согласно з этим. Ти, що ти хочеш п'яти Кія? Тіті не давай. А тіті? Ну бери давай. Или пачку. А вони вкусні от эти в пачке? Я не знаю. Чемпион зайчинить. Ну що, які брати? Хоча вони всі на хімії. Кстати, так виглядить Теско. Як можете бачити, повністю закривається той сайт. Теско вже повністю буде закрита і как би, ну, я то щось буде продаватися по цій прилавці. Хоча вони казали, ми не закриваємося, але походу вони повністю вже закриваються. К сожалению, магазин був взагалі класний. Мені більше всього нравиться, ніж бельонка. Але благодаря тим прилавкам, які вже пустые, то скоро вже від магазина нічого не останеться. Юля зайшла в свій любимий відділ. Самый ее любимый отдел. Купи мне конфет. Каких конфет? Вкусных. Рафаэлла, что? Чи Ферреро? Нет, это Линдо. Линдо? Угу. С коньяком? Без коньяка. Ты без коньяка? Милк не писал. А с молоком? А все получится по 21, а это по 10. Что, по конфет по 10 злотых стоит? Хороший выбор. 60 гривен пару конфет. Хороший подарок. Милка по 9 с плиткой. А милка какие-то маленькая плитка. Сколько стоит? Кстати, вот так выглядит отдел промоций. То есть все по скидка, по 75, по 30% скидка. На все он скидка. Конечно, цены тоже не маленькие, но скидки есть тоже. Ручки, зошиты. Дети готовятся к школе и им делают скидки для того, чтобы ребенок мог себе... Родители могли ребенку позволить скупиться в школу. Снимаю видео, а про ребенка забыл, оставили его где-то. Что я вообще? Давай что-то скажу. Интересно. Уже скупились в Теску. Вышли, Юля якась там что-то шоколадку завтракала. Да? Вечеряла. Голодалася. Все потомилися, йдем уже в мешкання. Ну, я там буду заканчивать видео. Всем удачки. Подписывайтесь на канал, кто впервые пришел, кто увидел мои видео. То есть так само ставьте лайки, пишите комментарии. И всем удачи, и всем пока.